покажу сегодня улицу обычного городка, даже, скажем так, окраины городка. Я сейчас нахожусь на окраине бразильских городов Кампинас и Орталандия. Вот, это окраина Кампинаса, следующий городок Орталандия. То есть мы прям на окраине, на периферии Бразилии. Это юго-запад Бразилии, штат Сан-Пауло. Так, ну вот, бразильские многоквартирки, пятиэтажки. У нас тоже такие есть, но, по крайней мере, в Геленджике девятиэтажка с внешними подъездами, девятиэтажки есть. Вот. В Бразилии они очень любят внешние подъезды. То есть вот тоже подальше дома. Ну вот то же самое. Вы видите внешние подъезды. Футбольное поле. Оно довольно такое заброшенное, деревенское, можно сказать. Хотя город, в котором я нахожусь, это город-миллионник. Здесь 1 300 000 человек проживает. Но это вот его окраина. Так. Ну, вот улица. Частный сектор. А бразильцы очень любят собак. Ну, у нас тоже граждане держат собак. Но здесь иногда по 3 собаки. Мне кажется, в среднем по 3 собаки на двор в частном секторе. Вот он там, грозный пес. А здесь какой-то рукотворный садик. Немножко заброшенный, цветочный. Вот такая красота. Это сейчас март. Начало марта. В Бразилии все еще лето. С 20 марта в Бразилии наступит осень. В Бразилии как-то не с первых чисел это все происходит. А с конца месяца. Что-то между астрами и петуниями. Я не специалист в цветах. Ну вот так. А далее прям пустырь идет. Вот здесь небольшая высадка манговых деревьев. Вот это небольшие, это манговые деревья растут. А там пустырь. Обычный пустырь. Снимаю я после дождя. Погода пасмурная. Ну, в общем, кусочек бразильской периферии. Вот еще тоже. Как елочные игрушки.